читаю сегодня просто восхитительную новость. Некая Лиза Пескова, дочь Дмитрия Пескова, в платье дочери Рамзана Кадырова посетила Крым и один из заводов Южный Севастополь. Для чего она туда поехала? Вы думаете, для того, чтобы сделать фотографию для своего Инстаграма? Нет, господа, она поехала туда разруливать проблемы. Вот что написал об этом один из самых лучших сатириков в России Виктор Шендерович. Небедная Лиза, дочь путинского пресс-секретаря Пескова, в ходе своего визита в Севастополь отрекламировала платье дочери Кадырова и приступила к решению кадровых проблем местного судоремонтного завода. Набоков, помнится, все пытался объяснить американским студентам значение русского слова «пошлость». Ему пригодилось бы это объяснение на этот эпизод. Милая деталь, Лиза это теперь не просто светская дива с папиной фамилией, а советник президента по молодежному предпринимательству Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России. У Шварца про это было сказано: «Умоляю, принцесса, молчите, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи». Мы и без Лизы знали, что патриотизм – самый доходный бизнес в России, что это слово открывает казну и затыкает рты оппонентам. Но чтобы вот так вот прямо, через черточку… Действительно, эта новость меня позабавила. Она явно из разряда очередных феерических дуростей в России. Дочка пресс-секретаря, какая-то там Лиза Пескова, теперь решает проблемы. Вот что она написала после своего посещения судоремонтного завода «Южный Севастополь». А поехала она туда ни много ни мало, а для того, чтобы разобраться с многомиллионным долгом предприятия перед арендодателями. Это большое счастье – иметь возможность сделать этот мир хоть немного лучше, помогая людям. И я благодарна судьбе за то, что такая возможность у меня появилась. Благодаря обращениям людей через Инстаграм я узнала о том, что ООО «Судоремонтный завод Южный Севастополь», расположенный в третьем по счету городе федерального значения Севастополе, испытывает серьезные трудности. Вчера утром мы отправились в 22-ю Республику РФ Крым. Сразу по прилету была организована рабочая встреча с руководителями-сотрудниками предприятия. ООО «Судоремонтный завод Южный Севастополь» является одним из крупнейших предприятий по ремонту и модернизации. Да неужели? Интернет показывает, что этой девице 19 лет. И все, чем она известна, это только тем, что она, видите ли, дочь некого Дмитрия Пескова. Мы уже не говорим о том, что Дмитрий Песков, собственно говоря, пустое место в стране. Его роль озвучивать какие-то тупые фразы, которые иногда исходят из Кремля. Но иногда еще делать умное лицо. На этом его роль заканчивается. Он, господа, секретарь. То есть человек, который занимается почтой и отвечает на важные сообщения. Кто такой Дмитрий Песков? В лучшем случае можно подумать, что он хранитель каких-то тайн, что что-то проходит через его руки, о чем он должен молчать до конца дней своих. Ну хорошо, с этим мы согласимся. Читать и писать, видимо, Дмитрий Песков все-таки умеет. Но кто такая Лиза Пескова? Кто она такая? Почему она едет на какой-то завод и решает там какие-то проблемы? В стране, где решение проблем очень важного завода, на котором задействованы тысячи людей, едет решать какая-то 19-летняя фи***. Извините меня, это просто полный